Этот снимок был сделан вчера на бульваре архитекторов. Необычный ребристый шар напоминает мячик для гольфа. Возможно, скульптуру установили в преддверии чемпионата мира по футболу, предположили одни пользователи интернета. Другие пошутили, что это символ омской весны – снежинка. Ночью таинственный шар исчез. Омичи предположили, что его унесло ветром, однако мы нашли его в ближайшем торговом центре. Шар сделан из пластика, и на нем есть какой-то непонятный код. С утра дешифровкой кода занимается Андрей. Говорит, просто не смог пройти мимо неопознанного объекта. Азбука Морзе, видимо, вот, но пока как-то не получается перевести особо. А вы прям переводите сейчас, да? То есть да. Этим занимаетесь? Ну, интересно, что написано. Вот такой объект какой-то странный, непонятный. Интересно, он земного происхождения? А как знать, как знать? Пришельцы? Не знаю, мы вот тоже интересуемся. Космический корабль, а внутри 100% сидит какой-нибудь робот или пришелец. А он не стучал изнутри? Да с утра тут что-то, не знаю, наверное, стучался, просто шумно здесь. Не слышно ответа? Да, не говорят. Шар это или яйцо станет известно, когда кто-то оттуда вылупится. Вместе с горожанами события будут ждать Анна Рыбина и Сергей Гаврилов. Антенна 7.